шла, я надеюсь. Точнее, не запись, а стрим. У меня уже что-то крыша едет. Тихо шифером шуша, крыша едет не спеша. Напишите, кто там, пошло все. Блин, и как всегда меня отвлекают, сразу прям. Какая крыша, Reinforce? Хорошая. Шифер. Да, кто-нибудь там, смените дашборд, я не стал с этим запариваться, там вы как-то по-своему его сейчас меняете на марафон. Так, ладно. Долой Гальцева. Вот, значит, игра называется Мегамен против Ghost and Goblins. Ну, понятно, какие игры тут скрещены. Так, что у нас в опциях? У нас нифига интересного. Игра называется на The Fox Mega Man vs. Ghost and Goblins. Вот как видишь. Вот это Mega Man, вот это Ghost and Goblins. Ой. Скажите, как там по звуку? Если что. Так. Вот. Музыка, сразу скажу, музыка здесь ужасная. Да. Привет, Зеппер. Ворона. Оружия здесь особо нет. Тут вообще нету оружия никакого, кроме бастера. Поэтому в этих синих пополнялках тут смысла нет никакого, в принципе. Сразу извиняюсь, играть я буду ужасно топорно. Не мегаменщик я. Так. Да, Тараварёр. Мегамен в более высоком положении, нежели рыцарь. И сразу я умер. Но тут на самом деле все отлично, потому что тут жизни бесконечные, начинаешь всегда с чекпоинта. И поэтому тут можно умирать вообще сколько влезет. Игру ты пройдешь вообще, в любом случае. Лучше бы рыцаря из Гостов по Мегаменам пустили. Вот я бы на это тоже посмотрел. Илья. Посмотрел бы, как он от разного оружия меняет цвет своих красных трусов. Игра такая достаточно несложная, это я тут туплю зачем-то. Да, здесь есть и подкат, есть и чардж, как в таких более поздних мегаменах. Они меня не отвлекали. Эти цветы самонаводящиеся, это... Ой, вот эти привидения, они меня вечно троллят. Они меня троллят по-дикому. Своим внезапным появлением. Вот с боссом я не знаю, как будет. Босса я, скорее всего, буду бить долго и мучительно, потому что... Эд Хелл, я тоже возмущен, почему...
Мегамен не в труселях остается. Потому что он, по идее, потом получает оружие от этого рыцаря в конце. И он тупо меняет цвет своего костюма на серый. Ну это же глупо. Лучше сделали бы, чтобы он, я не знаю, реально оставался в одних труселях. Так. Ненавижу этих кидателей шариков. Они меня раздражают. Да, Антон, я участвую. И участвую не один раз. Это только первая игра от меня на сегодня. Ну, на Мегамен ТВ все проходят Мегамена, и я не исключение. Я должен хотя бы вот такого пройти. Так. Нет, Лихов Илья, Нолик не участвует. Нолик ни в чем и никогда не участвует. Нолик вообще Мустафа. Да, Рейнфорс, тебе придется пройти Мегамена. Всем придется пройти Мегамена. Вот смотри, Рейнфорс, даже доктор Мегамена чуть-чуть, но поиграл. Понимаешь? Че, у меня такой ужасный голос, внучка-вонючка? Блин. Надо что-то с этим делать. Буду теперь пользоваться войс-морфером. А, я шучу. Слушайте мой ужасный голос. А, вот эти вот кидающиеся черничным желе чуваки. Да, это голос Гальцева. Что вы хотели? Я же Гальцев. Хотя некоторые меня называют этот. Не Гальцевым, а Куклачевым. Да, не обращайте внимания, что я так топорно играю. Игру я все равно пройду, она легкая. Вот эти... В Ghosts and Goblins вот эти чуваки очень всех раздражают. Но и в основном из-за того, что в Ghosts and Goblins они... В Ghosts and Goblins у тебя просто два удара и все. После двух ударов ты умираешь. А тут полноценная полоска ХП. Будешь яйцев? Нет, яйцев как-то не смешно. Надо, я не знаю. Доширакович. Я же люблю доширак. Особенно говяжий. Почему это не похоже на... Блин, нет, так еще хуже будет. Первый в мире Куканавт. Ну, это хелл. Ты уже начинаешь вспоминать сходку. Эх,
комбайнер, я не под лимонадами, сейчас я под дюшесом. Вот сейчас... Вот этот... И он меня убил. Куриный доширак лучше? Базару нет, Анатолий Фантазер. Куриный доширак — это вообще пища богов. Хелл, от куриной лапши у тебя в пузе уже ничего не заведется. Там все сдохнет. Как же я ненавижу этих призраков. Да, вот Ghost and Goblins я играл, к сожалению, в основном только на PSP. Ну и, по-моему, тоже пару флешек на эту тему видел. Ну там флешки именно повторяли геймплей самой игры оригинальной. Там никаких своих нововведений не было. Сет Фрог, давай вот без этих модных нынче мемасиков. Лучше давай по старинке пасти всякие смешнявки с двача. Это и то как бы не так плохо. Нет, Антон Вольф, вот я лапшу Мивимек, к сожалению, не ел. Внучка Ванючка, а какого ты имеешь в виду стримера, который со всеми срется? Скажу тебе, что у нас вообще сегодня срущихся стримеров не будет. Ну разве что Мель немножко побугуртит. Эдхелл. Не, Бушрут будет уже вечером, к ночи. Бушрут будет в ночь. А, проигрок вообще не участвует, как нолик. Да, Рейнфорс, правильно, Ролтон пища богов. Но доширак вкуснее. Вот он, вот он. Великий. Ох, сейчас я буду сливаться, и очень много, потому что я не вдупляю, в принципе, как его бить. Я только знаю, что чарджем ему сносишь очень много, но чарджем по нему еще попасть надо. Смотрите, он даже умеет уворачиваться от чарджа, в принципе-то. И я погибаю. Стреляй до меня этажи. Ну, Серкс, я, к сожалению, не тактик. У меня почему-то не выходит там тактикулить как-то. Я... А, он еще и мигает каждый раз после удара по нему.
Если бы он не мигал, было бы проще. В общем, на самом деле, таких вот кроссоверов Мегамена с другими играми не одна игра. Вот, я снес ему пол здоровья, и он показал свои красные труселя. Пользуемся его тактикой. Ладно. Не буду вас мучить. Постараюсь тактикулить. А не полагаться на священный брутфорс. Да, Антон Вульф, босс именно тот, кого ты назвал. Бабах. Все, я прошел эту игру. И вот момент. Мегамен получает как бы оружие от рыцаря. И он просто становится серым. Вместо того, чтобы нарисовать Мегамена в красных труселях. Все, в общем, игра пройдена, такая коротенькая игрушка. Да, от меня будут игры далеко не длинные. Ну, кроме одной, но она длинная там, потому что это убивалка времени скорее. Так, ладно, кто там следующий? Да, Брикман, халтюра. Могли бы сделать покруче. Они сделали. Фаустер, нету сатаны. А, копье добавлено. Сейчас покажу. Я его никогда особо не использовал. Я вообще с ним не... Копье. Я заказываю игру и хочу Doom. Внучка Вонючка, ну, не нашел никто такого хорошего флешевого Дума. Наза, вообще Дум на флеше есть. Так. Короче, обычное копье этого... краснозадого чувака. В общем, вот такая игра. Вот я вам еще такую штуку покажу, как изменение размера экрана. И можно играть вот на таком маленьком экранчике. Вот теперь точно все. Стрим я завершаю свою часть. А дальше кто там по расписанию? Еще я сегодня буду, поэтому не прощаюсь.